чем-то обязан этому КГБ, АБХСС, горкому партии, директрисе Мартынинской. Ты им ничего не должен. Ты просто пел свои песни, ты больше ничего не делал. И работал в студии звукозаписи. Сиди, давай отдохнем те две недели, которые у нас остались. И она оказалась права. Мы 2 недели выдержали, я вернулась в Дубно. Вот. А там они уже все решили, что меня надо уволить, что Жарптицу надо запретить исполнять мои песни, вот. Что сажать мест пока не надо. Вот. А почему мои песни, вы там признались, мы даже их не слушали. Вот. Очень помогли эти тексты с печатью, что им потом пришлось, чтобы отозвать право на исполнение этих песен, обращаться в союз писателей, предоставлять эти тексты, чтобы там дали заключение, что их исполнять нельзя. И такое заключение дали, я его храню как память. Меня вызывает горком партии, значит, и третий секретарь, который отвечает за диалогию, значит, со мной разговаривает, говорит, что вот запрещено вам делать это. Быть руководителем, петь свои песни, вообще выступать. Вот. Вообще даже писать песни вам запрещено. Вот. И был очень трогательный момент. Он взял листок бумаги, нарисовал в нем круг, разделил его пополам. Одной половинкой написал КГБ, а другой написал МВД. И со мной разговаривает, а сам показывает на полукруг, в котором КГБ, и говорит, вот эта часть с вами уже не интересуется, потом на МВД. А вот эта часть интересуется еще, имейте в виду. То есть он понимал, что стоит где-то прослушка в РКБ партии. Вот. И есть такие вещи, которые, видимо, не хотелось говорить. Потом пытались на меня завести уголовное дело. Пришли бумаги из Москвы на возбуждение. Но меня спасли местные менты. Это просто я уже долго рассказываю, долго говорю. Хочется еще что-то успеть. Вот. И так, в принципе, на этом закончилась «Жар-птица». Альбом мы не записали, и когда Алёша Сурков умер в 2008 году, я в память о нем с помощью, значит, Серёжи Никодимова, который тогда был барабанщиком «Жар-птицы», с помощью там Саши Рябова, мы записали этот альбом. Все те вещи, которые мы планировали записать, я их записал.